Вы знаете, честно говоря, у меня после таких игр и желания о чем-то говорить вообще нет. Но я не могу понять вообще, что с командой нашей происходит, честно. Это такого у меня, наверное, ощущения никогда не было, что много мыслей, много всего, ну, ладно, я отвлекся, наверное, от темы. Просто я же говорю, просто шок у меня. Очередной шок, я не знаю. Играли довольно-таки плохо в обороне. Середину поля провалили. То, что я говорю. Я всегда знал, что Краснодар – это команда, которая умеет играть. Она сыгранная всегда. Она и показала это и дома у нас, когда мы играли. Ребята бьются, прям видно, что огонек в глазах. Они и перед болельщиками своими, видимо, и перед руководством. И тренер главной команды Игорь Шалимов, с коим я в прекрасных отношениях. Поэтому стараются, бьются. И даже до последней минуты я посмотрел, ребята играли. Даже при счете 5-1 у них было желание играть и играть. Поэтому я считаю, что матч... нами был проигран вчистую. У меня даже нету никаких, если можно там говорить, бывает, судья великолепно отсудил. Великолепное поле, условия хорошие. Что еще нужно футболисту, чтобы играть в футбол? Я не могу сказать о своих футболистах сегодня, что они играли. Вот просто нет слов. Честно вам скажу, вот это я поздравляю команду Краснодар с убедительной, можно сказать, победой. Это хорошо, что не 10-1 мы проиграли, наверное, честно. Ну, единственное, мне приятно, что наш молодой, ваш же воспитанник Гурцеев всю игру старался и забил, и мог еще забить. Еще у нас играл, может быть, Бутаев, и можно сказать, что все. Ну, извините. Когда два человека пытаются что-то поменять на футбольном поле, такого не должно быть. Поэтому приедем, будем разбираться. Я с себя никакой ответственности не снимаю. Я готов принять любое от руководства. Решение, приму его спокойно. Просто я говорю, я... за всю карьеру футбольную, наверное, столько не переживал, сколько буквально в последних трех играх. Я сам был футболистом, и я не говорю, я честно вам могу сказать, что у меня просто нету слов, потому что так футбол играть нельзя. Так футбол играть нельзя. Человек должен выходить на футбольное поле, у него должен быть азарт, у него желание должно быть, интерес в конце концов. Он должен удовольствие от этой игры получать. А у меня такое ощущение, что их насильно выгнали на поле.